причине того, что в зале судебного заседания Илону Шору стало плохо. Была вызвана скорая, заседание было перенесено. Заседание перенесено на эту пятницу. Мы неоднократно говорили о том, что его состояние здоровья не позволяет находиться в заключении. Более того, для этого нет никаких юридических оснований, что мы утверждали с самого начала и продолжаем утверждать и сейчас. На данный момент Илон Шор находится в скорой. Врачи проводят необходимые медицинские процедуры. Каково его состояние будет после этого, мы сообщим позже, потому что на данный момент мы информацией не располагаем. Пока на данный момент...